Всем привет, вас приветствует игровой канал Saints Gamer, с минут Павел, и продолжаем пройти у Call of Duty Rose to Victory. Ну что ж, у нас третья миссия, в принципе, погнали. Конюшни, значит, застряли. Контрольная точка, так. Они там сидят, что ли? Давай сейчас стенку взорвем, я гранату туда кину. На, лови. Эпично, чтобы так было. Ой, даже, по-моему, убило этой гранатой. Блин, закосячил почти. Во всех. Умри. Блин, 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 дебилы, дебилы. Еще тут один обошел. Я еще ранен в укрытие. Еще сбоку откуда-то. Вот, блин, а капец. Просто пули со всех сторон летят. О, все отлично. Так, что у меня второе оружие? Фигня какая-то, ладно. Поменяю на МП-40. Отлично. Хотел комнату прочекать, прилетела граната. Тут нифига нету. Чуваки, вы там со мной пойдете или я один должен как бы защищать второй этаж? Отсюда эти говноеды как по мне стреляли. Ой-ой-ой-ой. Блин, граната вонючая, ненавижу тут гранаты. Вылезай, пожалуйста. Цель выполнена, неужели? Контрольная точка. Дай мне пулемет. Немецкие вездеходы, за орудие вперед. Вот зараза, по мне тоже стреляет. Танк. Как я танк взорву? Также с пулемета? Или нет, тут такое не пашет? Вот блин, а? Вперед за мной, давай. Спуск тут сделал нам танчик. Выдвигайтесь через бухту. Офигеть, вы, чуваки, нормально так снесли. Блин, дебилы. Придурочные. Хотя бы контрольная точка, по-моему, рядом была. Все, дебилы слились. Дайте патрон. Так, контрольная точка, цель выполнена. Так, и что за бомжарка? Снайпер! На! Спалили меня, вон там один упал. А, он не упал, он ремонтирует. Вот говняшная. Да, чувак, классный стелс. Хотел он потихонечку дойти до меня на картах. Да блин, а? Да что ж ты будешь делать, а? Перезаряжайся давай. Вот говнарь, а? Один пробежал. Не успел.
все, ребятки? Или еще кто-то будет? Да, МП-40. Цель выполнена. Погнали в бункер. Выдвигайтесь к бункеру. Вперед. Вон уже фашисты. Ну что ж, все врагов в конюшне. Так, потихоньку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че, мне опять одному второй этаж идти зачищать? Ладно, давай перезарядись. Понятно, тут дебилы, открытая местность, нет укрытий, меня слили, понятно все. И опять я один иду все зачищать. Куда идти-то? А, что туда? Что даже первый этаж не зачистили. А, блин, была бы там контрольная точка, а? Блин, своего подстрелил, что ли? Да перезаряжай ты быстрее, а? Ой, что это сейчас было такое? Что-то залагало немного. Или что, это вообще какой-то заглюк был? Все, всех на первом этаже. А, нет, еще вот лезут. Откуда вы тут лезете-то? Что тут показывает? А, вот он. Блин, чуваки, я не хочу один на второй этаж идти. Так, в тот раз тут чувак тут был. Там еще вон. Он на гранате взорвался. Все, чуваки, я все зачистил. Гранат возьму. Патроны тоже. Так, перезаряди. Очистите поле. Блин, а косой мастер. Так, быстрее вот в этот вот домик. Блин, чувак, не убивай. Офигеть, какие-то вы живучие стали, а? И что-то вас слишком много стало. Первых миссий, ну, вот так, понемножечку. А тут что-то вообще жесть. Сдохни. Ну уже, вылезай, давай. От говнаря, а еще вон с той стороны тоже чувак. Все? Я очистил поле. Продвигайтесь к бункеру.
Блин. Никого не убил. Ты что за забором делаешь? Вы что за забором делаете, чуваки? Так, контрольная точка, был сейф, отлично. Ну все, вот мы в бункере. Используйте 88 для атаки немецких танков. Что такое 88? А, пушку что ли? Вот блин, а? Что-то вроде только сел за эту пушку, а уже подстрелили меня немножко. Замечательно, да просто превосходно. Вот кто стреляет? Вот блин, а как же меня прикрывать? Еще один танк. Или я типа сам должен? Где он? Где танк-то? А, вон он. Блин, ну достали, а ну ты можешь завалиться? Налево. Быстрей. Блин, я еще не попал. Все, перезарядился танк. О, не танк, а пушка. Или надо в ней сидеть, чтобы она перезарядилась. Неужели? Цель выполнена, отлично. Хорошая работа. Это последний. Мы отстояли свои боевые, что-то там. О, все, отлично, победа. На бронзовую медаль прошли время 10 минут, точность 14%, выстрелов 749, убито 70, в голову 22. Тут доступ к бонусам, как всегда. Остальное вы получили доступ к бонусным материалам. Понятно. Ну что ж, вот в принципе и предпоследняя миссия в канадской компании была пройдена. Ну что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.